В Италию отправилась очередная партия легальных мигрантов. 101 беженцу, проживавшему в лагере в Ливане, посчастливилось стать участником программы по организации безопасного коридора для беженцев. Она предполагает, что мигранты будут в безопасности и не станут стимулировать теневую экономику нелегальных перевозчиков. Это Киворг Истамбулян и Тамара Микаэлян. Семейная пара бежала из сирийского Алеппо 2 года назад и с тех пор жила в Бейруте. Теперь они в ожидании новой жизни. Они надеются, что тяжелые воспоминания вскоре забудутся. И их ждет счастливая жизнь в новом доме. Они убивали мирных жителей, бросали бомбы. Я видел столько смертей и насилия. 2 моих друзей похитили и требовали за них выкуп. Однако у их семей не было денег, и они не могли их выкупить. С тех пор прошло уже 3 года, и я не знаю, живы ли они сейчас. Я очень счастлива, новая жизнь, но все равно немного грустно, потому что придется уехать туда, где мы никого не знаем. Это уже 3-я группа так называемых легальных беженцев. Программу реализует совместно правительство Италии и целый ряд религиозных и благотворительных организаций. Беженцы должны будут пройти специальный курс интеграции. Программа рассчитана на 1000 человек. Их расселят по всей стране. Я знаю итальянский, я учился там 12 лет, изучал философию, теологию и психологию. Я не жду ничего особенного, просто хочу спокойной жизни, безопасной жизни для моих будущих детей. Такого в Европе еще никто не делал, отмечают специалисты. И это в то время, пока другие страны Евросоюза строят на границах заграждения, тратят огромные деньги на репатриацию и пытаются делить беженцев по квотам. Асем Хасянқызы, Талғатбек Абдухожаев, 24 KZ.